75-летию Победы посвящается. Московский государственный университет представляет подборку устных рассказов о малой родине в годы Великой Отечественной войны. Полина Федоровна Калинина, 1937 года рождения, рассказывает о своем детстве в оккупации в Печорском районе. Как было? Летают самолеты, бомбежка. Значит, я видела, вот помню, такая еще ведь все-таки девочка. И, значит, переживали очень, когда ранили одну женщину, попал осколок горла. Она еще жива, но, знаете, кровь везде течет. Ну, замотали кто-то платками, там, значит, такого не было, чтобы оказать квалифицированную помощь. Но она так пожила 3 дня и скончалась. Вот, мой брат был, двоюродный брат, был контужен, тоже убегал. Прозвучали детские воспоминания уроженки деревни Лавры Печорского района Полины Федоровны Калининой.